Потому что сов маасе махшава тхила. Думай! Если ты подумаешь, сердце не будет болеть. Лучше, что она сейчас заболела и будет болеть 2-3 дня, 2-3 месяца, чем она будет болеть 20-30 минимум лет. Но когда ты не думаешь, ты падаешь. И когда ты падаешь, это потому, что ты не думаешь или не думал в начало. За это ты упал в конец. Если ты сейчас понимаешь, что я начинаю что-то плохое, останови, брат. Ко мне пришел человек. Я видел, что он идет с нехорошими друзьями. Я понял все. Нехорошие друзья – это нехорошая жизнь. Покажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. Покажи мне, с кем ты дружишь, я тебе скажу, как выглядит твоя жизнь. Покажи мне, кто твои друзья, я тебе скажу, куда они тебе еще доводят. А я только покажи, кто они. Если они будут садиким, ты будешь садик. Если они будут грешники, ты будешь грешник. Если они будут курить, ты будешь курить, брат. Если они будут пить, ты будешь пить. Нет, брат, я пить не люблю. Сегодня. Но завтра ты начнешь. Тарели михаварха, не умар хамета. Мне рав, с ними очень мне комфортно, мне очень там, ты понимаешь, рав, там очень там удобно, там очень рав, мне, бомет, я кайфую там, рав, мне это, ты кайфуешь? Лучше, что ты дома сидел и плакал, и вперед кайфовал, чем сейчас ты кайфуешь, а потом весь жизнь будешь плакать за это кайф. Я один такой мне был, я рассказал, Хамиши, Удавичик и Раби Ицхак Крихали в Аждод. Такой один был, я умолял, пожалуйста, не ходи с ним. Не ходи с ним. День ко мне пришел, он говорит, рав, молись за меня, что я это зеленый перестану курить. Ты начал зеленый, да, это твой конец будет. Сейчас перестану. Ну, Бог даст. Нету Бог даст. Босс, скажи, Бенедер, босс, это тебе потом сделай так, что тебе будет опасно, ты не сможешь принести дети. У тебя мозги не будут работать без этого. Ты не будешь чувствовать кайф без этого. Это будет очень дорогой вещь. Ты понимаешь, что это все тебе, ты упадешь. И это начинается с зеленый. Потом это на другие вещи. Тебе только 12 лет. 19 лет. Хватит, остановись. Не слушал. Сегодня... Это, я думаю, уже 2,5 или 3,5 лет, что он не с нами в этой жизни. Он упал в место такое, что называется крак. Это схохиот. Это очень тяжелая вещь. Это тебя поднимает ночью, а утром вставать ты не можешь. Ты хочешь умирать. Он себя повесил. Не смог больше жить так. Откуда это началось? Не думал. Начинал. Попробовал. Ну это один конец из такие вещи. Почему этот конец такой плохой? Потому что ты вначале не думал. Ты вначале не остановился, ушел оттуда, убежал. Лучше сидел, плакал. Лучше сам был, чем вместе с кем-то, что конец с ними очень такой тяжелый. Так это в нашей жизни. Соф маасе! במחשבה תחילה.